Следующая точка на экране называется «Капитан, почему мне важно делать этот стартап?» Для прохождения этой точки вы в соответствующем месте на первой странице своего стартапа пишите причины, почему вам важно делать этот стартап. Зачем это нужно? Во-первых, это помогает вам самим осознать важность этого стартапа для себя. Это помогает сформировать некий якорь, энергетический якорь, который в сложные моменты вам самим может помочь выйти из энергетической ямы и вытащить вас. И это понимание, простое понимание, почему вам важно сделать этот стартап, может служить источником вдохновения, энергии и силы для вас. Это первая причина. Вторая причина, зачем это нужно, это возможно, что вы перечислите те ценности, которые станут созвучными с ценностями других членов артели. И это им поможет принять решение о присоединении к вашему стартапу. Присоединении или помощи. Мы не соединяемся в нашей сибирской артели, в команды из расчета выгоды, просто выгоды. У нас всегда три вектора принятия решения, любого решения. Первый – это бизнес. Понятно, мы оцениваем с точки зрения того, сколько это принесет нам дохода в итоге. Второй – какое удовольствие и радость мы испытываем в процессе этого. И третий – насколько то, что мы делаем в данной команде с этим капитаном или в этом стартапе, помогает нам двигаться по пути нашей собственной самореализации. То есть какой или, можно сказать, какой опыт ценный для нас мы хотим здесь получить. Поэтому мы соединяемся в команды только по принципу принятия друг друга, доверия, дружбы, желания работать друг с другом. Люди разные, мы разные. Существует очень простой факт. Одинаковые люди нравятся друг другу, это общеизвестно. Поэтому ответ на этот вопрос, почему вам важно сделать этот стартап, поможет вам сформировать вашу точку будущей энергии, силы и вдохновения, и также указать ценности, возможно, вы укажете ценности, которые станут созвучными другим членам артели. Вы ставите себе нолик, если прохождение этой точки является для вас избыточным или бессмысленным действием. Один крестик, если думаете, что ответ на этот вопрос будет полезным для успеха стартапа. Два крестика, если ответили на этот вопрос и записали его на своей страничке. Ну и три крестика, если записали и чувствуете, что полное удовлетворение от проделанной работы. Вопросы? Денис, назови какие-нибудь примеры вопросов. Примеры вопросов, которые коуч или ментор у вас в стартапе может задать капитану, чтобы помочь ответить на этот вопрос. Почему это важно для тебя? Почему это важно для тебя? Еще? Почему это ценно для тебя? Что важного для себя ты получишь, когда реализуешь этот стартап? Что важного для себя ты получишь, когда реализуешь этот стартап? Хорошо. Спасибо. Спасибо.